Здесь уже вот очередь образовалась. Уже вот люди с собачками стоят, ждут. Сейчас узнаем прививки почем, сколько все это будет стоить, что надо делать. Ровик, напугался? Напугался, скажи, куда мне привезли, он так расстроился. Что он говорит? Собакам. Я не понимаю его, как впрыскивать, что ли, или вливать. Вот тоже такие дентал жующиеся штучки всякие. Вот это лучше всего, мне кажется. А вот даже зубная щетка для собак. Ну, я не знаю, будем ли мы чистить зубы нашей собаки. Лучше всего вот такие, мне кажется, покупать. Вот собака их будет грызть или делать, съедать. Ровик, Ровик, Ровик переживает, маленький, да, переживает. Он прям чувствует, что что-то надвигается. Буря, буря надвигается. Не бойся, папа рядом. Папа защитит Ровика от прививок. Ровик, Ровик. Ровик. Hey, good. You're adorable. So he's about 10 weeks old? Yeah. And he hasn't had any vaccines. I don't think so. No, he was deworming. And he's doing well. Yeah, so far. Well, we're concerned that seems like he just, you know, keeps scratching his right ear. So I don't know if it's normal. Maybe there's some infection or whatever. I don't have, we're not a full service, so I don't have like an otoscope to look deep down in there. Четыре паунда. Second dose to give in 2 weeks. 2 weeks. Yeah. And then this is a more broad spectrum dewormer, and it also can prevent fleas. So usually we have one that's give this tomorrow. Is it like a tablet? Yeah, it's a chewable tablet. Give this tomorrow with a meal. And then have you guys used Frontline before? No. That this is for fleas and ticks, and it goes on the skin. Рови учую там перекус. Кушать хочет. А, это она показывает, куда нужно будет лекарство. So once we open, we're supposed to empty the whole. Correct. Okay. Yeah, it's one application. Okay. Robbie. So I'll give you that. Okay, so I have the one. So you said in 2 weeks, right? 2 weeks, yeah. Okay, so this is. That one's tomorrow. Tomorrow. That one kind of when we need. Want. Okay. Because the one chewable has some flea, anti-flea properties. Yeah.
his old heart and lung sound good. Cool. You're a healthy puppy, huh? Yeah. Здоровый щеночек. Do you, are you okay holding him? Oh yeah, absolutely. So where is that? One's gonna go in his right shoulder, the other one goes in. That was all. Yeah. Рови даже не понял, что ему сделали укол. Ты даже не понял, что тебе укольчик сделали, да? Везде, скажи, повливали, повтыкали. Рови, как ты, нормально? Вкусная, да? Вкусная была жидкость. А вот эта, которую она дала, ага. И сейчас запах остался на моей руке, ага. И это запах моего мяса. Да ты что? Ровкин. Переживал, бедный. Подстригают ноготки Рови. So I can see that where that blood vessel ends. Oh, so the pink part is where blood vessels end. Yep. So you don't want to get that. And with puppies, I just don't really. I just try and go little by little because it hurts. Yeah, I was just like when she told me how much she would last, I was like, good boy, good boy, good. Yeah. Вот ногти ему не понравилось стричь. Наполовину винегар и вода для ушей чистить. Да? Так это нужно такой разбавленный же купить уксус. Потому что этот мы сами не сможем сделать. Провели мы наш Рови осмотр. Я здесь в магазине. Да? Рови, как ты себя чувствуешь? Нормально? Так, у него все хорошо, у него немножко, сказала она, есть небольшая инфекция в ушке. Что мы заметили, он одно ушко постоянно чесал вот всю неделю. Ровно неделя прошла, как мы его взяли, и вот теперь у нас первый экзамен. В магазине, в зоомагазине, решили потому что наш Ровик, он привык только на траву ходить, да? Нажми. Вот наш чек красил. Точно такой же. Все прививки забыли. Ага. В этом магазине они по субботам принимают, всего 2.5 часа принимает. Сейчас я покажу, как выглядит этот магазин. Ну, те, кто в Америке живут, все знают Петко. Витя, подожди, я еще хочу с ним сфотографироваться. Сейчас Рови получил наши прививки и поехали мы домой. Заплатили мы за этот прием 65, да, или 60? Вообще мы взяли пакет, который включается все прививки, которые ему надо на год. Включается лечение от блох, лечение от червей, остригание ногтей и микрочип, который ему установят, когда он будет постарше, туда под кожу. Микрочип это если он бежит, потеряется, то где он находится по микрочипу отследят его. Вся эта идея, все это вместе $175. И они сказали, можете делать 60-60-55. В течение года, да? Да. Мы заплатили 60 из наших 175. А что это еще за червей?
А в августе сказали прийти повторить вот эти сегодняшние прививки. Сегодня мы сделали две прививки. Что он уже у нас уснул. Уже вымотался, да, Ровик? Устал уже. Также спросил Витя, можно ли его на улицу. Еще на улицу нельзя выпускать, только через 2 месяца. Вот ему сейчас 2 месяца, и когда только 4 месяца будет. Сейчас еще слабенький, чтобы не подхватил, да, какую-нибудь инфекцию. Ну да, не то, что можно на улице, но в парке или с нами, например. Просто чтобы не был вокруг собак, которые... В парке как раз много собак.